Как лежит курочка, вот, собака? Это так лежит у нас курочка табака на тарелочке. Табака, да? Табака? Табака? На тарелочке лежит у нас так курочка. Мама ее изобразила. Диму пытаемся уговорить покушать пойти. Дима у нас ни в какую уже не хочет кушать, как раньше. Ну, в разные дни, конечно, бывает. А вон там, кстати, смотрите, кто лежит. Угадайте, кто это, напишите в комментариях. Пишите, пишите, пишите. Это что, кошки, да? Ну да, кошки вообще там. Однообразные какие-то дома, выходишь, все одинаковое, как-то прямо это... Не очень тебе приятно. А тут хоть вон они яркие, красивые, разнообразные, как-то посвободнее немножко даже. Она потом еще идет. Сходили мы уже в магазин. Блин, короче, я пересчиталась с этим маслом. Купили масло, оно у нас 90 рублей. Там 89, 90 рублей. Короче, я хотела взять 12 штук, а я взяла 16. Не знаю, каким образом я пересчитала. Там их было так много, я обрадовалась, что ли. И еще плюс до этого мы взяли 9 штук. Но у нас очень быстро оно расходуется, очень быстро заканчивается. Поэтому я думаю, что его нам хватит надолго. Вот тут. Я думаю, что оно тоже надолго хватит. 7, 6, 7. А, ну 7 числа оно. Думаю, что тоже оно. В морозилочку мы сейчас все это сложим. Разложим аккуратненько. Ну, чуть-чуть пересчитала. Ладно. Зато вкусно. Кстати, вот это масло нам очень-очень нравится. Блин, оно просто вот взять, отрезать кусочек. Обалденно просто вкусно, очень вкусно. Вот. Никакое другое масло мне особо не нравилось, а вот это прям вообще обалденно. Я уже акцию там несколько месяцев ждала, наконец-то она появилась. Да, Дим? Масло у нас теперь есть, завтра будем хлеб с собой печь. Да, сына? Да? Так, сейчас будем с Димой кушать. Варим такую макарошку. Нам прям она вообще очень-очень нравится. На канале мне писали, что очень жесткая, кому-то не понравилось. Не знаю, здесь написано 7 минут вот варить. Я варю 10 минут, чтобы чуть-чуть помягче была для сына. Нам очень, она прям нравится. Очень понравилось. Ну, кому как. Вот. Это наложила, столько буду варить. Будем кушать с сыночкой. Вот, и может быть сейчас еще возьмем помидорочки какие-нибудь, наверное. С дачи мы еще запекаем. Ну ладно, запеканку, наверное, мы на завтрак съедим. Я уже ее в холодильник положила. Вот здесь малосольный огурчик я возьму, поедим. Тут варенье бабуля дала. А тут тоже огурцы, ягода. Маслица, потом им займусь. Вот.
вишни там. Сейчас ставим, наверное, помидорку, огурчики, помидорку. Сейчас еще порежу. Если вдруг у вас нету верхнего багажника, не знаю, как это правильно называется, который находится на машине, вы можете просто вот так вот взять досочки и приделать их сверху на машину. Не знаю, чем, правда, заколотить. Видно, что здесь досочки. Просто сделать вот так вот, и у вас будет верхний багажник. Вы сможете на нем что-то там перевезти. Это вам лайфхак. Есть пена уже. Какие пена красивые. Все, закончилось, что у тебя там пена? Быстро? Закончился. Ну, закончилось. А красивая-то она какая. Да. Какие звуки смотрят. Вода текет по трубе. Горячую отключали. Даже не заметили. Как водопад какой-то, как потек, я аж прям напугалась. Думаю, что это такое? Я думала, трубу прорвало, текет. Думаю, блин. Теперь газон стригу. Да что ж такое? То соседи делают ремонт. С 8 утра началось. Др-др-др. Кошмар какой-то. Сначала, наверное, 8-го. Вон там видно. Теперь газон стригут. Я не знаю, это какой-то ужас просто. То вчера какой-то трактор приезжал. Трактел, да? Да, Дима? Там тут мои... у нас ягодки лежат, будем кушать сейчас. Абрикосики, смородинки. Шадуанчики, тут люди. Кто там? Там кто? Там люди. Люди? Это ромашки сушеные. А это календула сушеная. Это календула сушеная. Да, календула. А это ромашки. Ромашки. Что ты делаешь? Они должны спокойненько лежать. Что ты? Просто не представляете, что я сейчас делаю. Я пытаюсь стирать свою кофточку. Короче, у меня появились вот здесь вот желтые пятна. Вроде как от пота не должны. Потому что это было, они как раз эти пятнышки чуть-чуть ниже лифчика. Ну, блин, я не знаю, что это такое. Они желтые, они, короче, нифига не отстирываются. Постирала в стиральной машинке, не отстиралась, ноль. Всегда все отстиралось. С хозяйственным мылом черным. Вот у меня мыло черное. Им постирала, ноль, не отстирывается. Короче, сейчас достала... Вот такое вот. Сейчас его буду пробовать. Если не отстирается, тогда у меня есть еще ваниш. Вот. Ну, здесь вроде как с лимончиком. Вот. Не знаю даже. Я не знаю даже, что это за пятна. То есть, ну, от пота просто ну, быть не могло. Как бы это не подмышки. Это ниже. Короче, что-то непонятное. Какие-то пятна появились. И такие они желтые. Не знаю, короче... Короче, покажу вам результат, что у меня там получится. Сейчас буду стирать другим мылом. Так жалко вещь, она новая. Буквально ее одела раза два-три. Ну да, где-то раза два-три где-то ее поносила. И потом увидела, что у меня желтые пятна. Уже мама даже увидела. Я не сразу заметила. Одевала ее, у меня еще нормально была. А потом это мама заметила, вот что-то у тебя там пятна под, что ли. Ну, было как раз я носила ее, была жара, ну... Как бы от лифчика, что ли, там чего-то вышло. Как бы он чистый, странно, непонятно. Короче, стираем.